Здравствуйте, дорогие друзья! 143-й псалом в нашем путешествии по недельной книге Тегилим. 143-й отмечается как ручной, то, что называется, псалом, а его читают при болях в руке. Для всех тех, кто написано, имеют заболевания, связанные с руками, очень полезен этот псалом. А вообще написано, что 143-й – это как бы просьба не правосудия, а просто милосердия. Ведь никто из живущих не способен оправдаться на суде перед Богом, и поэтому это сильный псалом. Еще написано, что этот псалом очень помогает для того, чтобы твоя молитва была принята на небесах и услышана. Что еще? От болезней в пальцах тоже. Ну, рука, палец. Написано от боли в зубах. Раби Хаим Паладжа писал, что если у человека болят зубы, это время, когда идет суд над человеком. И чтобы убрать эти суды, надо читать 143-й псалом. Он отменяет в какой-то мере суды. Написано еще, что, да, там же написано, Раби Хаим Паладжи, что если в Рош ха-Шана человек заплакал, то это знак, что его судят, надо сразу произнести 143-й псалом. Также 143-й псалом читают при всякой телесной боли. Читается, не дай Бог, при болезнях детей написан этот псалом. И, ну, последнее повторю, в древних книгах написано, что рекомендуется читать, если болят руки, ноги и предплечья. Ну вот, пожалуй, все лечебные 143-го. Брахава от слуха.